Екатерина, что там произошло с левым фронтом? Вроде как запрещают его? Нет, его не запрещают. Сейчас прокуратура вывесила заявление о том, что она приостанавливает нашу деятельность на 3 месяца. Собственно, мы на неделю, в начале недели, скорее всего, съездим, заберем в прокуратуре эти документы. Приостанавливает деятельность, что это значит? По закону мы не можем проводить и организовывать мероприятия, и у нее есть претензии к нашей символике. Вот, соответственно, они считают, что она не зарегистрирована, поэтому мы не можем ее использовать. Сегодня вот мы как раз хотели проверить на этом небольшом митинге, что будет, если мы ее будем с собой носить. Ничего, в общем, не произошло. Посмотрим, как будет дальше. Ваш прогноз, удастся договориться как-то с прокуратурой, удастся сохранить движение? Конечно, движение сохранить удастся, но с прокуратурой договориться не удастся. Я думаю, что через 3 месяца будет суд, на котором через некоторое время Левый фронт сделает запрещенную организацию, ну и будем действовать по методам бывшей НБП. То есть вы уйдете в подполье? В подполье мы не уйдем, но мы сменим название, скорее всего, если придется, немножко изменим символику и будем продолжать в рабочем режиме. Как себя чувствует Сергей Удальцов? Я знаю, что вы с ним все-таки, наверное, поддерживаете какой-то контакт. Только через адвокатов. Только через адвокатов. Что говорят адвокаты? Сергей Удальцов, конечно, ему тяжело сидеть в 4 стенах, но что остается? Как вы считаете, есть реальная угроза, что его могут посадить, Сергея? Его, конечно, посадят теперь особенно быстро после показаний Константина Лебедева и посадят надолго. А как вы прокомментируете показания Константина Лебедева? Он предатель? Я лично считаю, что Константин Лебедев предатель и мразь.